исключением таких замечательных людей, как Дельгиада и Горобко, глубоко известные люди, уважаемые в нашем городе, мы стали записывать этот альбом, который, собственно говоря, мы репетировали на ручке на студии «Мелодия». В этом есть свой определенный шаг, своя энергетика. И песни, которые были взяты для записи этого альбома, это песни, которые горячо ребята любят. Детство, да. Это, и, собственно, это те группы, на которых мы воспитались. Это «Аквариум», «Алиса», «Аукцион», «Звуки Му», то есть все, что там. И постепенно проект перерос в такую большую тусовку артистическую, где принимает участие артисты Мариинского театра, например, Розенграм, Иванчелли, «Песни воздух». И сегодня с нами на концерте тоже будут выступать и играть песни «Боже понимаем». Ну и, собственно, как-то все это катилось, и публика поехала. На сегодняшний момент, пока альбома нет, но существуют сетевые треки в интернете, можно и в ВКонтакте, и в Фейсбуке. Oh,
другой стороны, Константин Панфилов, к слову сказать, значит, сказал, что не увидел себя. Не, ну воздух у вас звучит лучше, чем у Панфилова. Хотя это, конечно, тоже только мое мнение. Да. Борис Борисович тоже, вот, к сожалению, но правда по другим причинам, приведя другие причины, тоже послушав песню. Константин Кинчев, который руководитель. Значит, Борис Борисович тоже, к сожалению, отказался, но, правда, по другим по каким-то причинам, я уж не помню. Не, ну, слава богу, еще есть живые люди, которые, я имею в виду, с нами, там, и Петр Мамонов, и Костя Кинчев, и все остальные, они благословили. Но, слава богу, я договорился и с наследниками кино, с Цоем, ну, и с отцом встречался. То есть, эти вопросы сейчас я буду решать. Что касается издания альбома, ну, мне как продюсеру это сейчас уже не так интересно. Мне просто иногда интересен сам процесс и создание какого-то интересного какого-то проекта, который, ну, чуть-чуть еще сдвинет в лучшую сторону этот мир, что ли, будет немножко интересно. А еще одна из причин, которая меня подвигла, это где-то года два назад мы с Жоржем Буниским устроили такую провокацию. Мы устроили похороны русского рока в Кваде. Строили русского рока, потому что у меня безумное количество архивов русского рока, которые я не публиковал, не хочу публиковать. В принципе, время уже ушло многим вещам. И мы начали говорить, а вообще нужен кому-то сейчас рок. Ну, время изменилось. Стас Михайлов, Ваенгер, не хочу даже вспоминать эти имена. Но встает девочка 14-15 лет с такими слезами, с таким надрывом, говорит: вы не правы, я слушаю рок, мои родители слушают рок. Но мы сделали провокацию. И вот этот проект — это ответ всем, всему этому истеблишменту, который сейчас происходит, то, что нам показывают по телевизорам. Даже если ни одна из этих песен не встанет на радио, хотя одна звучала на нашем радио. Под именем «Дети Рубинштейна 13» у нас такое первое название было, поскольку все вышли из подворотни «Рубинштейна 13». Мы название такое сначала имели в виду, а сейчас вот группа лет. Мне нравится, я просто сканировал интернет, нашел какой-то девичий трио с таким же названием, но они нам не соперницы. Ну что, нет, группы лет, и друзья. Вообще странно. Вот я люблю короткие имена. Кино, вино, вот, да. Лето. Лето. Сегодня сэшн, нет совета. Да будет то и будет это. А не сходите мне туда. Лето. Все хулиганы при кассетах, у них, наверное, вендетта. Но, впрочем, это ерунда. Нету, от комаров спасения нету. Нету, нету. А в магазинах нету деты. Деты, деты. Александр Ляков. Yeah.
прочего, в проекте принимало много замечательных людей, это Алексей Вишня, и Вася Масин из группы «Кирпичи». В общем, все, кому это было близко, приходили на студию «Мелодия» в шортах и в легкой одежде, и пили. Пусть играет, кто должен играть, и молчит, кто должен молчать. Но все, что я не слышал, меня погружало. Thank you.
глазах, но я бросаю в музыке вещей. Спасибо всем большое, спасибо. Я просто вспомнил молодость. Дядька, я уже старый, но все равно было очень здорово. Всем спасибо.